Конкурсы, дети читают стихи. Соня Мельникова, 6 лет, Анне Барто. Дело было в январе. Дело было в январе, стояла елка на горе, а возле этой елки ходили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречает волка под горой зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться в лапы волка? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат, обманули волка. Дело было в январе, подумал волк, что на горе украшенная елка.